корпоративный захват – это бизнес, которым занимаются и черные юристы, и другие компании, которые зарабатывают на этом неплохие деньги. В общем-то, я не совершал никаких незаконных действий. Преступная группа имела своей целью не просто сорвать сделку, а именно похитить акции Михайловского блока. Олег Киселев не один раз подчеркивал, что он честный человек. Олегу Киселеву предъявлено заочное обвинение. Группу так называемых черных юристов, специализирующихся исключительно на захватах чужих предприятий, обезвредили сотрудники московской милиции. Злоумышленники подделывали паспорта, печати, документы и подписи. Имея надежных партнеров по криминальному бизнесу, в том числе среди арбитражных судей, они незаконно объявляли себя собственниками предприятий. В частности, год назад аферисты попытались похитить акции Михайловского горно-обогатительного комбината стоимостью 2 миллиарда долларов прямо из банка. Но до конца осуществить свою акцию мошенники не успели. Кто руководил группой черных юристов? Чьи заказы они выполняли? Что такое корпоративный шантаж по-русски? Мы взялись за это дело. Это будет «Честный детектив». На сегодняшний день, спустя год после рейдерской атаки на Михайловский горно-обогатительный комбинат, сокращенно ГОК, оперативному штабу Главного следственного управления ГУВД Москвы удалось вычислить всех участников незаконного захвата одного из крупнейших предприятий России. В следственном изоляторе оказались непосредственные исполнители громкой аферы. Черные юристы Олег Воронков и Алексей Печкин. Благодаря их чистосердечным признаниям и был распутан сложный клубок махинаций. Оказалось, что заказ на захват акций Михайловского ГОКа поступил еще в середине декабря 2004 года. Мошенникам был обещан приличный гонорар, как считает следствие, почти 2 миллиона долларов. Наша справка. В конце 2004 года состоялась одна из самых масштабных сделок в истории российской металлургии. Предприниматель Борис Иванишвили продал 97% акций Михайловского ГОКа компаниям, подконтрольным бизнесменам Алишеру Усманову и Василию Анисимову. Общая сумма этой сделки составила 2 миллиарда долларов. В этом проекте участвовал и государственный Внешторгбанк. Стать собственником Михайловского ГОКа хотели многие компании. В борьбе за акции предприятия участвовал Евраз Холдинг, но он проиграл. Сразу после того, как акции Михайловского ГОКа оказались в депозитарии Московского банка и продавец Иванишвили получил деньги, группа злоумышленников попыталась захватить предприятие. В Ростовский арбитражный суд аферисты представили поддельный пакет документов от имени несуществующих фирм. Судья Сергей Клепачев вынес незаконное решение в пользу аферистов. И если бы об этой махинации вовремя не узнали новые владельцы предприятия Усманов и Анисимов, акции Михайловского ГОКа могли бы оказаться в руках преступников. Мы считаем, что за группой мошенников стояли серьезные люди, с серьезными деньгами, которые имели конкретную цель создать колоссальные проблемы нашему предприятию. Наше только желание до конца добраться до тех людей, кто был истинными заказчиками этого, с позволения сказать, спектакля. В этом офисе вы нашли?
В этом офисе мы нашли документы, которые дали нам однозначно понять, что сотрудники данной компании имеют непосредственное отношение к преступлению. Как предполагает следствие, разработка и изготовление липовых документов для захвата акций Михайловского ГОКа состоялись прямо в центре Москвы, на улице Новослободской. Вот в этом здании на одном из этажей находился офис компании ООО «Челтер». Руководил ею некий Дмитрий Клюев. В его подчинении и находились, как считают оперативники, черные юристы, специализирующиеся на корпоративных войнах. Это Олег Воронков и Алексей Печкин, он же Сорокин, он же представитель несуществующей иностранной фирмы. Напарники-юристы на дело всегда ходили вдвоем. У каждого была своя роль. По словам свидетелей, спектакли в судах они разыгрывали профессионально. В группе мошенников был еще некий гражданин Албаев. Вот он. Задержать его оперативники не успели. Албаев неожиданно скончался от сердечного приступа. Дмитрий Клюев, гендиректор фирмы «Челтер», в которой трудились черные юристы, на допросах подтвердил, что в декабре прошлого года к ним поступил заказ от некого известного бизнесмена, который попросил сорвать сделку по продаже крупнейшего в стране предприятия Михайловского ГОКа. Если верить Клюеву и его сообщникам, рейдерскую атаку заказал теперь уже бывший председатель совета директоров компании «Ренессанс Капитал» Олег Киселев. Сейчас он объявлен в международный розыск. В ходе расследования от ряда проходящих по делу лиц были получены показания, свидетельствующие о том, что Олег Киселев может быть замешан в данном преступлении. Естественно, с учетом того, что Олег Киселев является далеко не последней фигурой в российском бизнес-сообществе, мы не могли основывать свою позицию только на данных показаниях. И нами было принято решение о производстве обыска на его рабочем месте. И в ходе обыска были обнаружены документы, которые подтвердили данную версию и дали нам понять однозначно о причастности Олега Киселева к совершению данного преступления. Вот эти документы и были изъяты, как утверждают следователи, в служебном кабинете Олега Киселева. А именно, копии актов описи и ареста ценных бумаг Михайловского ГОКа, переписка судебных приставов, тоже по делу ГОКа, липовая доверенность, выписанная на имя Виктора Сорокина. Ее активно использовал в атаке на ГОК черный юрист Алексей Печкин. Также оперативники наткнулись на план захвата некого предприятия. Сыщики не исключают, что это и есть примерный сценарий аферы с акциями Михайловского горно-обогатительного комбината. Как утверждают следователи, принимавшие участие в обыске, в одном из ящиков рабочего стола бывшего руководителя «Ренессанс Капитала» лежал вот этот исполнительный лист, подписанный судьей арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики. В документе говорится: «Взыскать акции Михайловского ГОКа в пользу некой иностранной компании «Ариана Трейдинг ЛТД», расположенной в городе Белиз». Исполнительный лист подписан 15 января 2005 года. На нем стоит гербовая печать и подпись якобы судьи. Московские исследователи выяснили, что арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики не выносил подобного решения. А это значит, что изъятый оперативниками в кабинете Олега Киселева исполнительный лист – фальшивка. Как отреагировал сам Киселев на обнаруженные в его кабинете документы, доподлинно неизвестно. После обыска он резко заболел и лег в клинику. В распоряжении нашей программы оказались вот эти компьютерные компакт-диски. Оказалось, что на них записаны телефонные переговоры. Фамилия одного из абонентов – Киселев. Если предположить, что один из голосов действительно принадлежит бывшему руководителю «Ренессанс Капитала», то вот какова была его первая реакция на проводимый в офисе обыск. А вот еще один фрагмент разговора, теперь уже сразу после обыска.
что так случилось, там что-то такое случилось? Ну, вот есть там проблема, да, напряжение определенное по той линии, что мы тогда вели, не очень, что называется, счастливой линии. Ты имеешь в виду, что мы делали с тобой зимой? Ничего себе. Так кто же там все уже заросло? Нет, нет. Опять растут тут ноги. Такая ситуация не очень приятная. А вы конкретно каких-то индивидуумов касаются? Ну, в данном случае меня. Все эти материалы редакция готова предоставить по запросу следственных органов в любой момент. Как только оперативники внимательно изучили документы, изъятые в кабинете Олега Киселева, следственная бригада приняла решение допросить и самого главу «Ренессанс Капитала». Действительно, нам удалось допросить Олега Киселева только один раз. Он был допрошен в качестве свидетеля на тот момент. Допрос производился в больнице. Через два дня после того, как был произведен его допрос, он покинул пределы Российской Федерации. После этого единственного допроса Олег Киселев в считанные часы собрал вещи и уехал прямо в аэропорт. Сначала говорили, что он улетел в Швейцарию. Затем друзья якобы нашли его в Лондоне. Связь с российскими коллегами беглец поддерживает только через адвоката. Находясь в вынужденной командировке, господин Киселев добровольно отказался от поста председателя Совета директоров «Ренессанс Капитала». Теперь он всего лишь член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сокращенно РСПП. Киселев объявлен в международный розыск. Следствие считает, что он умышленно скрывается за границей. Мы, безусловно, очень хотели бы допросить Олега Киселева, получить от него ответы на те вопросы, которые мы ему не смогли задать. Однако до настоящего времени его местонахождение следствию неизвестно. Действительно, вопросов к Олегу Киселеву накопилось много. И не только у следователей, но и у журналистов, которые следят за делом о хищении акций Михайловского ГОКа. Но почему-то уже 5 месяцев Олег Киселев молчит. За него отвечают коллеги из Российского союза промышленников и предпринимателей. У Олега Киселева действительно серьезные проблемы со здоровьем. На него это сильно повлияло событие, объявление его в розыск. Он и похудел на, по-моему, 7-8 килограмм, и действительно сердце стало шалить. Ну, мне не хотелось бы, чтобы я выступал в роли адвоката Олега Киселева. В равной степени я не готов как бы быть обвинителем Олега Киселева. Но его позицию он формулировал в присутствии нескольких членов бюро. По громкой связи мы с ним разговаривали, что у него главная задача – это его моральная реабилитация. Для того, чтобы во всем разобраться и быть объективными, мы решили самостоятельно разыскать в Англии Олега Киселева, которого пресса назвала чуть ли не главным организатором рейдерской атаки на Михайловский ГОК. Из России по телефону нам помогал и Александр Шохин. Новый глава РСПП якобы убедил господина Киселева, что ему необходимо с нами встретиться и сделать заявление. Но в последний момент адвокат запретил Киселеву общаться с нами без всяких объяснений. Пока мы вели долгие переговоры по телефону и убеждали посредников Киселева в том, что приехали в Англию одни, без сопровождения оперативников, представители одного из частных лондонских сыскных бюро провели самостоятельный поиск скрывающегося бизнесмена. Есть ли какая-то информация о мистере Киселеве? Эти последние 2 недели мы пытались определить его местонахождение. У нас есть агенты по всей Англии и Шотландии, но мы ничего не определили. Было очень трудно. У нас 50 агентов в нашей компании, которые пытаются установить, где находится мистер Киселев. Но мы его так и не нашли. Это очень сложно. В Шотландии было проверено около 40 дорогих отелей. Вот их название. Но человек по фамилии Киселев нигде не останавливался. В Лондоне и его окрестностях изучили списки постояльцев более 80 элитных гостиниц. И только одну заявку на бронь номера на фамилию Киселев мы обнаружили в 5-звездочном лондонском отеле. На всякий случай проверили номер, в который должен был заселиться какой-то господин по фамилии Киселев. —
Мистер Киселев? Мистер Киселев? Но, увы, дверь нам никто не открыл. Как оказалось, человек по фамилии Киселев в забронированный номер так и не заселился. Был ли это Олег Киселев или его однофамилец, неясно. Была и еще одна информация о том, что к скрывающемуся в Лондоне предпринимателю тайно прилетают его друзья из России на частных самолетах. Но сведения о прилете VIP-персон в маленьких аэропортах строго засекречены. Пока Олег Киселев отсиживается за границей, его бывший приятель Дмитрий Клюев, хозяин фирмы «Челтер», вместе с арестованными черными юристами раскрыли следователям схему атаки на Михайловский ГОК. Действительно, буквально за считанные дни в Москве были состряпаны фальшивые договоры. По замыслу мошенников, в канун Нового года акции Михайловского ГОКа должны были арестовать одновременно в разных городах России – Ростове-на-Дону и Иркутске. В арбитражных судах этих городов у черных юристов были свои люди. В Ростове аферистам из Москвы активно помог судья Сергей Клепачев. В предновогодние дни он быстро рассмотрел исковое заявление несуществующей багамской фирмы «Колчектер Групп Трейдинг». Судья не стал проверять подлинность представленных ему документов и тут же вынес свое решение – арестовать акции Михайловского горно-обогатительного комбината. После раскрытия аферы сотрудники канцелярии ростовского суда по фотографиям сразу опознали столичных черных юристов Олега Воронкова и Алексея Печкина. Последний, Печкин, в суде представился Сорокиным, предъявив поддельный паспорт. Руководитель ростовского арбитражного суда Наталья Федоренко и ее теперь уже бывший подчиненный Сергей Клепачев до сих пор считают, что решение было вынесено законно. Однако сразу после ареста акций Клепачев отменил свое решение. Федоренко до сих пор руководит арбитражным судом, а вот Сергей Клепачев остался без работы. В Иркутске судьей Коломиной тоже было вынесено незаконное решение об аресте акций Михайловского ГОКа в пользу несуществующей багамской компании. Но после шумихи в прессе судья Коломина быстро отменила свое решение и сегодня продолжает трудиться в арбитражном суде Иркутской области. В фирме «Челтер» работали опытные юристы, специализирующиеся на корпоративных войнах. Вот и заказ по Михайловскому ГОКу оказался обычным делом. Изготовили фальшивки, слетали к судьям, и рейдерская атака осуществлена. Акции арестованы, новым владельцам предприятия созданы проблемы. Крупная сделка на грани срыва. Заказчик доволен, гонорар выплачен. Следствием установлено, что с подачи господина Киселева исполнителем за организацию совершения данного преступления было выплачено около 2 миллионов долларов США. В начале расследования по делу о хищении акций Михайловского ГОКа проходил еще один фигурант. Это судебный пристав Андрей Калугин. Вот он. Рядом с ним стоят черные юристы Воронков, Печкин и еще живой Албаев. Вся эта группа зашла в депозитарий одного из банков. Калугин наложил арест на акции Михайловского ГОКа и тем самым выполнил незаконное решение ростовского судьи Сергея Клепачева. Калугином допущен ряд нарушений норм законодательства об исполнительном производстве. А именно, Калугин должен был возвратить исполнительный лист, выписанный арбитражным судом Ростовской области, в связи с тем, что там не был указан срок его предъявления. Ну а самое грубое нарушение заключалось в том, что он наложил арест на акции, не принадлежащие должнику, указанному в данном исполнительном листе. Однако сам судебный пристав Андрей Калугин не считает себя виновным. Арест на акции был наложен в полном соответствии с законом. Никаких нарушений, кроме технической ошибки в количестве акций, не было. Это была единственная ошибка. И, в общем-то, я не совершал никаких незаконных действий. Тем более, никогда не состоял в сговоре с мошенниками.
Судебный пристав Андрей Калугин сразу после незаконного ареста акции Михайловского ГОКа был переведен в другое подразделение. Затем долго болел и только недавно приступил к своим служебным обязанностям. Известно, что купить весь пакет акций Михайловского ГОКа пытались многие российские металлургические компании. С Борисом Иванишвили очень долго вели переговоры представители крупных российских холдингов. Но в результате Иванишвили продал предприятие бизнесменам Алишеру Усманову и Василию Анисимову. Многие эксперты считают, что эта сделка стоимостью 2 миллиарда долларов у некоторых крупных металлургических бизнесменов вызвала нескрываемое раздражение. Не исключено, что ту самую рейдерскую атаку могли заказать и оплатить те, кому Михайловский ГОК так и не достался. Почему завистники громкой сделки выбрали в качестве исполнителей, как предполагают эксперты, именно Олега Киселева и его приятеля Дмитрия Клюева, остается загадкой. То ли заказчик и исполнители были в хороших отношениях, то ли привлек солидный гонорар. Напомню, что по данным следствия он составляет 2 миллиона долларов. Мы допускаем, что господин Киселев мог обратиться к Дмитрию Клюеву с предложением об организации незаконных действий с акциями Михайловского ГОКа не по личной инициативе, а по чьей-либо просьбе. У бывшего главы «Ренессанс-капитала» Олега Киселева осталась поддержка только среди некоторых членов бюро РСПП. Да и то не все из них хотят публично комментировать скандальную ситуацию, особенно после того, как опального бизнесмена объявили в международный розыск. Мы будем всеми силами бороться против незаконных корпоративных захватов, и мы будем бороться за то, чтобы расследование любого такого дела было объективным. Есть вина Олега Киселева или нет этой вины? Безусловно, это и следствие должно показать, и суд. Вы тоже бы хотели бы услышать? Безусловно, но вы знаете, один только момент. Мнение самого Олега Киселева и вот те вопросы, которые вы задаете с экрана, на них Олег бы должен дать ответ. Действующая в нашем случае преступная группа имела своей целью не просто сорвать сделку, а именно в конечном итоге похитить акции Михайловского ГОКа. В настоящее время следствие по делу окончено. В скором времени дело планируется к направлению в суд. В отношении находящегося в международном розыске Олега Киселева выделено отдельное уголовное дело. Неудачная рейдерская атака на Михайловский горно-обогатительный комбинат показала, что криминальные корпоративные войны по-прежнему бушуют в России. Черные юристы вовсю трудятся на благо заказчиков и разрушают бизнес-конкурентов. Аресты акций, смена собственников, признание банкротства, созыв учредителей, незаконные решения по этим вопросам без проблем приобретают в арбитражных судах представители корпоративного шантажа. Этот теневой бизнес приносит колоссальную прибыль. Ни с чем остаются только настоящие законопослушные владельцы предприятий. Жертв рейдерских атак в России огромное количество. История Михайловского ГОКа уникальна именно потому, что это пока едва ли не единственный случай, когда владельцы предприятия смогли защитить свою собственность и добились от правоохранительных органов поимки злоумышленников. Таким мы видели российский корпоративный шантаж. Это был честный детектив из Англии и России. Выводы делать только вам.